год за годом, дни и ночи напролет. Сердце матери о детях вопиет, что была над каждым Господа рука. Материнская дорога нелегка. Она хочет видеть всех своих детей среди множества спасенных у дверей, чтобы Бог пред ними небо сотворил, кто им вечность через Сына подарил. Но для этого много нужно слез и молитв, что Божью чашу налилось, и они бы наполнялись до краев. Ответ уже у Господа готов. Будет Он спасение в доме совершать, непокорных сердцем будет усмирять, знает, как к дитю любому подойти, достучаться, как чтоб каждого спасти. Но для этого так много нужно слез и молить, что Божью чашу налилось, и они бы наполнялись до краев. Ответ уже у Господа готов. Всех детей ее у Господа судьба. Он на дланях имена их записал, на Голгофе жизнь вечную им дал. Бог не хочет погубить ни одного, но спасти желает всех до одного. Пусть молитвы материнские текут, о, как ценен перед Богом этот труд. А для этого так много нужно слез и молитв, что Божью чашу налилось. Без молитв наших и слез не преуспеть. Это сила, чтобы в битве одолеть. А для этого так много нужно слез и молитв, что Божью чашу налилось. Без молитв наших и слез не преуспеть. Это сила, чтобы в битве одолеть.